Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Надзиратель же пусть объявит народу, говоря: «Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его».